великом комментарии написано так. В то время в Вавилоне царствовал царь Немрод. Да. Вот об этом времени пишется так. Сила и хитрость царя Немрода вошли в поговорку. Все знали, что его рука, направленная в сердце оленя, никогда не била мимо цели. Горе тому, кто осмелился усомниться в том, что Немрод был богом, который сам себя сотворил. Рядом с его троном всегда стоял палач. Вот о чем здесь говорится? Кстати говоря, это на самом деле образ настоящего царя. Царь – это человек, которого в первую очередь боятся. Страх. И когда мы говорим о владении свойствами Творца, мы тоже говорим, что в первую очередь это свойство страха, ира, трепет. Только он называется относительно Творца. Потому что постигается его величие. Не страх перед его угрозами тебе, а перед его величием. И поэтому называется этот же страх, но трепет. Он из уважения, из огромного, из постижения вот этого огромного, огромной силы, огромного наполнения, огромного всего этого всеобъемлющего управления. То есть перед Творцом я испытываю не страх, а трепет. Да, это разные вещи немножко. Да, и чувствуется. Понятно. Вот. А потом постигается любовь. Так кто такой царь Немрод? Это наш эгоизм, который толкает нас на завоевание. И не дает мне покоя. Это проблема. И я все равно не могу ничего сделать. Я все равно боюсь этого его проявления, и поэтому у меня возникает к нему любовь. К своему эгоизму? Да. Вот на ненависти, вот на такой, на страхе возникает любовь.